Уйдет ли Головин из Монако, нападающий в ЦСКА, новый клуб и зарплата Дзюбы? Трансферные новости российского футбола. Приветствую всех болельщиков и любителей российского футбола. Поговорим и обсудим последние трансферные новости. Перед началом подпишись и поставь лайк. Поехали! Московский ЦСКА сделал предложение нападающему сборной Панамы, выступающему за эквадорскую Университаду, Исмаэлю Диасу. В эквадорском клубе подтвердили переговоры, но заявили, что условия не устраивают. Однако сами переговоры еще не закончены. И буквально минут 10 назад появилась информация, что ЦСКА поднял свое предложение на сумму свыше 2 миллионов долларов. Плюс добавил различные бонусы. Сообщается, что эквадорский клуб взял паузу, чтобы обдумать предложение и даст ответ в течение нескольких дней. Дожили, да? Перечим игроков на таких рынках. Хотя может научиться жить посредством. Что думаете? Головин покинет Монако? Не думаю. Думаю, многим из вас уже прожужжали уши с новостью о возможном переходе Александра Головина из Монако в Боруссию Дортмунд. Все началось со слухов, которые подтвердил агент Александр Клюев. И как обычно, интерес есть, но немецкий клуб еще не обращался и бла-бла-бла. Налицо, ребят, обычная попытка засветить своего подопечного в прессе. Не больше. А вы как видите все это происходящее? Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Артем Дзюба и Игорь Смольников переходят в московский Локомотив в зимнее трансферное окно. Информацию о возможном переходе подтвердил спортивный директор железнодорожников Ульянов. Правда, все будет зависеть от состояния футболистов, которое выяснится после медицинского обследования. Инсайдер сообщает, что игроки подпишут контракт до конца текущего сезона без опции автоматического продления. Каждый из футболистов будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц. Что, если честно, в такие цифры не особо верится. К тому же Дзюбе в Нижнем Новгороде предлагали 500 тысяч евро. Наверняка оба футболиста получат хорошие подъемные за подписание соглашения. Уж кто-кто, а они-то себе цену знают. Что думаете по этому поводу? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.